Нет, не ты сказал, тут другое, теория какая-то. Что же, цветочки, до чего я дождусь цветочков? Я тебе адрес не сказал. Ну, я просто в общем говорю, что сейчас... Ну, вот я общалась с мужчиной, ему сколько, 40. Он говорит, что сейчас есть два варианта девушек. Это которые работают, а которые, блядь, работают пиздой. Да, типа, которым удобно жить за счет мужика. Приезжай, подарю цветочки. Хорошо, спасибо. А я сейчас цветочки хочу, а не весной. Я отношусь не к пизде, наверное. Ну, как-то работать пиздой. Нет, конечно, прикольно. Привет. Ну, блядь, не работать, да, дома сидеть. Ну, не знаю, все скучно же это. Блядь, Саш, привет. А, ты мне сейчас подаришь? Ну, так скидывай мне на карточку денежку, я сама куплю себе цветочки вечером. Я просто работаю. Я заеду в этот магазинчик, все возьму. Нормально, вот на работу сейчас поеду. Приходи ко мне на бизнес-ланч. В Интерсити на второй этаж. Я тебе покормлю чаевые, может, мне оставишь. Я сегодня работаю с 9 до 3. Тебе адрес сказать? Давай номер телефона дам и город скажу. Вот, как бы адрес я не буду говорить. А там, типа, ты звонишь там доставку, тринь-тринь-тринь. Вот мне нужны цветочки, вот этот номер. Они мне звонят, типа, где ты живешь? Я такая, вот тут-то, тут-то. А, адрес кафе. Адрес кафе нет. Дядя Саша, я тебя жду, приходи, блядь. Оставь мне чаевые сегодня, пожалуйста. Зайди ко мне. Я тебя покормлю. У нас вкусно так, салатик вкусно. Приходи вот. Так у тебя же обед есть. Вот приезжай на обед. Я на обедах в основном работаю. На бизнес-ланчах. Сегодня вот я с 9. Я сегодня одна, блядь, на весь зал опять. Может, администратор будет помогать мне. Да почему не получится? Ну, приезжай завтра. Завтра я с 12 там. Ну, у тебя в жопу. Я знаю, где это. А ты откуда, Екатерина? Тик-тик-тик. Какое место рекламируют? Какой вы щедрый. Это где это? Что, нет, нет, не то. Вологодской области кафе находится. Вы что, все ко мне придете? Пиздец, далеко. Ну, блин, ну извините. Красногорск, пустая точка. Все выезжают, да, все хорошо. Все, кроме тебя, блядь. Тут все из других городов выезжают. А, ты Волгу едешь? Ну, ты, в принципе, рядышком. Сходка подписчиков, да. Давайте встретимся. У меня тут на райончике пиво, что ли, попьем на лавочке. Ну, только не в моем дворе. В моем дворе сильное эхо, поэтому надо что-то другое нам учить. Это я наглый. Да. Все готовы приехать, кроме тебя, блядь. Понимаешь? Хотя ты живешь, блядь, тут напротив меня. Практически. Ну, вот рядышком с Вологдой где-то я. Ты сказал Вологда, Сокол, это прям все близко. Все понятно. Что там, открыли магазинчик?
Ну, какой город конкретно, я не знаю. Не скажу. Ну, рядышком, честно. А к нам что ближе, Вологда или Сокол? Вытегра. Блин, Саша. Открыто. Ну, сейчас я иду. Привет, муж. Вологда ближе. А я почему-то думала всегда, что Сокол ближе. Короче, дело к ночи. Я ж надеюсь, меня паспорт не спросит. Блять, еще нельзя иметь. Не открыто. Пустите меня по-братски. Там еще в этот решетка. По время-то уже 8:01. О, открыто. Супер. Что, можно зайти, да? Здравствуйте.